несколько чашек кофе в первой половине дня принесут только пользу. Но если вы решили сократить потребление кофеина, загляните на кухонную полку или в холодильник. Возможно, там есть все, чтобы взбодриться. Не пытайтесь пробудиться с утра с помощью сладких продуктов. Бодрость, которую они дают, имеет очень кратковременный эффект. Лучше обратите внимание на натуральный мед. У этого продукта низкий гликемический индекс. При этом он отлично утоляет тягу к сладкому, никак не влияя на уровень глюкозы в крови. Если вам сложно бороться с полуденной сонливостью, вам просто показан миндаль на завтрак. Этот источник полезных мононенасыщенных жиров и витаминов группы В поможет быстро восстановиться после бессонной ночи. А если взять с собой немного орехов на перекус, можно сохранить энергию до самого вечера. Сложные углеводы, клетчатка, калий, витамин В6. В бананах есть все, чтобы зарядить вас энергией. Сделайте себе на завтрак банановый смузи или прихватите с собой в качестве перекуса. Киноа по праву заслужила звание суперпродукта. Киноа – источник полезных пищевых волокон, растительного белка, железа, кальция, магния и сложных углеводов. Такой состав полезных веществ способен зарядить организм энергией, но при этом не вызывает резких скачков сахара в крови. Яйца содержат 9 аминокислот, что означает стабильное и длительное поступление энергии. Кроме того, яйца содержат витамины группы В и протеин, что является основными принципами здоровья. Питания.